Я хочу вам рассказать интересную историю, как я приучила своего английского мужа, англичанина, который никогда не ел гречку. И я ему впервые просто сварила эту гречку, очень вкусная, рассыпчатая, но ему не понравилось. А потом я решила приготовить ему гречку по-другому, с овощами. И вот этот мой рецепт я хочу вам сегодня показать. Эту гречку мой муж обожал и заказывал постоянно. Говорил, что ему нравится вот это вот brown porridge, как он называл гречку, коричневая овсянка. Итак, предлагаю свой рецепт. Буду рада, если кому-то понравится. Обжариваем на сковородке лук. Добавляем среднюю морковочку, натертую на крупной терке. Через пару минут добавляем мелко нарезанные помидоры. 3 помидорчика будет достаточно. Перемешиваем и обжариваем на среднем огне. Желательно обжаривать это все в чугунной сковородочке. Через пару минут добавляем перец болгарский, мелко порезанный также. Перемешиваем это все. Добавляем 2 столовые ложки томатной пасты, либо я добавляю итальянский соус, или болоньез, или вот такой. Перчим и солим по вкусу. Тщательно перемешиваем. Слегка убавляем огонь. Накрываем крышкой. И теперь на медленном огне готовим еще минут 5. Добавляем стакан предварительно замоченной гречки. Добавляем чуть больше стакана воды. И под крышкой тушим до готовности. И наша гречневая каша с овощами готова. Очень вкусный рецепт. Пальчики оближешь. Всем приятного аппетита. Всем здоровья. Не болейте. Пока-пока.